Друзья, всем привет! Этот ролик на самом деле начинался не очень с хорошей ноты. Я уже подготовил материал, и мой вход в игру начинался вот с этой, друзья, заставочки. Я захожу в игру, и мне написано, что моя учетная запись заблокирована, и для разблокировки нужно ввести какой-то код. Это произошло еще вчера на стриме. Естественно, у меня пропало настроение, я очень расстроился и унывал, потому что, во-первых, непонятно по какой причине, были только какие-то предположения, да, но, тем не менее, точные формулировки бана мне Supercell не предоставили, поэтому, естественно, у меня была паника, так как, ну, во-первых, я немало денег потратил на свой аккаунт, во-вторых, ну, все-таки очень много времени ушло на то, чтобы я его прокачал. Аккаунт у меня практически фулл, поэтому потерять его, я хоть и говорю, что мне похрен, да, на аккаунт, но, тем не менее, потерять его было бы не очень приятным. Поэтому я уже подготовил ролик, где бомбил, не понимал, в чем причина, ждал ответа. И уже в процессе завершения ролика, в процессе уже вот-вот вам его подать, я захожу в игру. Холдик YouTube, я тебя снова увидел, мне разблокировали аккаунт. Я уже думал, пойду на Clash Kings покупать себе какой-то другой для альтернативы. Вам не передать, как я рад, честно. Вот кто был вчера на стриме, те видели мою реакцию, видели мое настроение. К сожалению, только на скрине, потому что я уже во время записи, ну, во время процесса записи уже разбанили аккаунт, поэтому это очень круто. Поэтому еще новость, ребята, приходите, сегодня будет стрим на моей основе. Мы вчера так и не смогли поднять кубки, поэтому приходите, будем сегодня поднимать. Значит, что ответила поддержка? Давайте посмотрим. Я написал, что с моим аккаунтом, за что мне дали бан, мой ник. Привет, чемпион, меня зовут Иван. Спасибо, мне тоже. Спасибо, что написали, ну и так далее. Мы заметили подозрительную активность на вашей учетной записи, и в целях безопасности аккаунт был заблокирован. На самом деле, по поводу активности, ну да, мне бывают гранды проходят, потому что мы фармим 5 миллионов золота, и осталось совсем немного нафармить. Ну и самый, наверное, ключевой момент был, это то, что я играю сейчас на Ноксе. И давайте, собственно, мы на него перейдем, друзья. Тоже очень важно. Так, все, R-сервер закрываю. Планшет, спасибо, я с тобой прощаюсь. Сейчас я вам про это все расскажу, если вам, конечно, это интересно. Значит, смотрите, я сейчас играю на Ноксе, потому что очень, не знаю, как-то мне не везет на интернет. Я заказал новый роутер, там 5G, короче, вторая точка. Ну, короче, крутой роутер. В итоге, Wi-Fi стал пропадать. Как на планшете, так и на телефоне. Сегодня приходил мастер, проверил, и сигнал действительно пропадает. То есть сказали отправить роутер на диагностику. В моем городе нету сервиса по диагностике, нужно отправлять в какой-то другой город. Нужно зарегаться где-то на сайте, нужно написать менеджеру, там еще кому-то написать, серийный номер скинуть. Должны одобрить заявку. Такой гемор, я получил новый роутер, а в итоге теперь, чтобы его починили, мне надо куча разных действий выполнить, это честно, мне лень. Я сегодня поеду покупать новый роутер, потому что, ну, с этим роутером пока разбираться не хочу, потому что слишком много геморроя. Пока его починят, ну, реально, очень пройдет много времени, поэтому мне некогда ждать, мне надо вот сейчас пилить. Но я пока могу через Nox играть, и, в принципе, неплохо получается. Но я поеду покупать какой-то другой роутер. Я в интернете погуглил, там есть такие цены на роутер. Я думал, что у меня максималочка стоит. На самом деле я глубоко заблуждался. Я куплю самый, который, вот, возможно, мощный. Ну, не, конечно, самый там дорогой, который на офис, там 47 человек в офисе, да, и такой роутер тоже есть. Но мне достаточно будет чисто такого домашнего интернета, чтобы хотя бы, ну, скорость выдавал такой, как этот роутер, только без лага. Возможно, мне попался брак. В общем, ну, я уже перебомбил, уже нету даже сил бомбить на этот счет. Надеюсь, что мы решим эту проблему вместе с вами. Через Nox нету лагов. Сейчас я хочу поиграть в Global. Ну, как всегда, дорогие друзья, первый блин комом. Я беру вторую попытку. Надеюсь, сейчас будет все хорошо. Но я же забыл вам про Clash Kings рассказать. Гоу я вам быстренько покажу и расскажу. Я же думал, что я буду искать себе альтернативу на этом сайте, потому что пока основа в бане, мне надо на каком-то крутом аккаунте играть и апать кубки. Я хотел найти здесь аккаунт. Здесь был крутой аккаунт с 11-м хогом по акции. Видимо, его уже выкупили. Альтернативы прям такой точь-в-точь, как у меня, нету здесь. Но здесь много дешевых аккаунтов. Я думал, ну, взять парочку, возможно, какой-то будет с гемами, либо какой-то будет хотя бы одна карта прокачана. Был здесь королевским гигантом, ну, коргик такое. Короче, ребят, если вы тоже захотите купить себе аккаунт, пожалуйста, ссылки оставлю в описании.
С этим сервисом сотрудничаю уже не первый день, поэтому здесь все проверено, отзывы здесь также есть. Вот здесь, смотрите, группа, вот вы можете чекать отзывы, сами можете оставлять отзывы. Также здесь продаются гемы, но по поводу гемов я всегда предупреждаю, что суперселлы никогда не одобряют покупку гемов с каких-то сторонних сервисов. Поэтому, ну, риски есть, что могут гемы обратно у вас снять, либо там временно забанить аккаунт. Но тем не менее, здесь гемы дешевые, многие пользуются, покупают. На статистику не обращайте внимания, ее обнулили, потому что сайт обновили. Уже продано 9 аккаунтов, поэтому если вы хотите приобрести какой-то себе недорогой крутой аккаунт Clash Royale, здесь ассортимент очень огромный, причем очень дешевые цены. Если хотите подороже топовый аккаунт, то, конечно, ну, самый недорогой здесь 3200, но это нормально для 12 уровня. Поэтому ссылки в описании, возможно, здесь в скором времени еще выставят фулловые аккаунты, но это прям для тех, у кого большой кэш. Ладно, продолжаем. В общем, Голем 2 принца, поехали. Просто я прошлый поединок болтал, на эмоциях радовался, что разбанили аккаунт, прям реально. Вот когда он был в бане, я прям вот его начал ценить. Когда его разбанили, мне так радостно стало. Поэтому поехали, все, сейчас будем, короче, тащить. Блин, холдик YouTube. На самом деле, я, мне без тебя было очень грустно, я плакал целую ночь. Так, блин, цикл, что с тобой не так? Поехали, ставим тоже голема навстречу. На самом деле, уже начало плохое для нас. Ой, надо, короче, что-то с колодой думать. Может быть, с гигантом поиграть, не знаю. Короче, приходите сегодня на стрим, будет весело. Так, что там, 3 мушкета? Нет, 3 миньона. Ну чё, мы будем дефаться дракончиком, естественно. А, вау! Спарки. Так, здесь темный принц. Нифига себе, голем со спарки на 5400. Первый раз такое вижу. Фак, еще и мини-пека, блин. Но это прям боль для моего голема будет. Уничтожь спарки, я тебя прошу, отлично. Мини-пеку теперь уничтожьте, пожалуйста. Хорошо. Сейчас надо поставить сборщик. Так, темный принц вперед. Темный принц вперед, так. Минус копейщики, давай. Обычный принц, красава. Так, ну, разряд не буду сливать. Хотя... Ладно, солью. Ставим сборщик. Я еще играю мышкой, поэтому могу немножко тупить. Так, ну хоть урон нанес принцам, и то повезло. Но то, что у него спарки, пацаны, это меня уже отпугивает. То есть, не знаю, как-то стрёмненько. По поводу интернета, я не знаю, сказал или это вырезал с тем поединком, который был у меня. Я буду новый роутер заказывать, поэтому пока что играю на Ноксе. На Ноксе вроде не лагает, но на Ноксе есть одна проблемка. Это то, что... Нокс может внезапно вылететь и пишет, что ошибка, типа, обновите графический драйвер. На самом деле у меня драйвера стоят самые свежие. Вот мне приходили, винду перестанавливали, все самое свежее поставили. Не знаю, да и Нокс я обновлял, хрен знает. Так, готовим разряд. Так, хорошо. Не знаю, что у него спарки. Так, ставим голема сразу. Так, отлично. Здесь пойдет у нас темный принц. Блин, 44 хп осталось. Так, темный принц. Давай. Найс, хорошо. Так, голем дошел к вышке. Шикарно. А ему есть чем добивать 44 хп? Ну не, ну по идее у него должен какой-то там разряд быть и что, еще что-то. Так, вот мне нравится на Ноксе, что реально нету лагов. Но это же работает интернет не через Wi-Fi, а напрямую через шнур. Вот, и в принципе... Оператор мне говорил, что... Блин, копейщиков пропустил, так глупо. Оператор мне говорил, что дело не в нашем интернете, дело может быть в роутере. Обратитесь к компании, которая, типа, роутер делает. Короче, запутанная там ситуация. В итоге мне приходится... Я буду покупать какой-то такой мощный роутер, который уже с отзывами хорошими. Есть обзоры там на ютубе, еще что-то. Слушайте, блин, я не знаю, давайте поставим сборщик. Хотя, блин, если он сейчас голема воткнет, это будет GG. Пока голема не вижу. Все, отлично, ставлю тоже голема. Вау, посмотрите, как заманчиво. Ладно, не будем, короче. Это замануха, серьезно. Так, поехали. Так, здесь, понимаете, если сейчас взорвется голем, очень быстро спарки... на мою сторону тогда подъедет. Оу-е, вот она уже едет. Разряд, фух. Так, отлично. Голем. Срочно голем. Эть, хорошо успел. Он тоже успел голема. Так, ну, это не беда. Мой голем сейчас доберется к вышке.
Так, и здесь давайте... Ой, хорошо, что мини-пека не сагрилась. Как же мне повезло. Победа! Блин, как же сложно. Ну это основа, блин, я в легендарной лиге. Мне основу разбанили, блин, я теперь вообще буду каждый день на нее играть, честно. Вот, когда была она, мне как-то было на нее похрен, типа, ну есть и есть. А куда ее забанили, как-то грустно стало, как-то... Блин, ну правда, все-таки это мой аккаунт, и я мог купить себе фуловый где-то, да, аккаунтов куча и топов куча, но это не те чувства, это мой аккаунт, я тут каждую карту прокачивал лично сам и фармил ее тоже, ну да, фармили иногда и мои бустеры, которые играли в грандах, но тем не менее, блин, за бусты что я деньги платил, поэтому я считаю, что, блин, этот аккаунт прокачивался моими усилиями. Ой, да, обидно было, когда увидел я табличку бана. Ну как же я обрадовался, когда его разбанили. А такой ролик планировался, ух. Бомбящий выпуск был бы. Так, готовим разряд. Так, все, отлично, изи, изи минус нос вышки. Ну голем 2 принца всегда были, конечно, опасной связкой. И до сих пор остались. Но, что поделать. О, у него молния. А, я понял, это что за колода. Ну у меня преимущество, да? Да, у меня преимущество, я вышку снес. Так, сейчас будем ставить голема, наверное, или не будем ставить голема. У него гигант. У него гигант. Он может просто сразу проатаковать гигантом. Ну, давайте ставим голема. Посмотрим, что будет за атака. Пока реагировать на гиганта его не будем. Все, я понял. Я так и думал, что он не будет справа выкидывать гиганта. Хотя такой вариант тоже мог бы был быть. Ну что, закидываем темного принца. Лага вообще нету, ребята. Я думаю, что претензий никаких сейчас нет. Но я еще надеюсь, что я куплю нормальный роутер, и у меня получится играть через Wi-Fi, потому что, ну, через планшет мне удобнее играть. Ну, вообще, изи, смотрите, он ничего не может, его торнадо даже не спасает, хотя, по сути, у него неплохая колода. Но голема 2 принца, да, что-то вообще не вывозит. Кстати, если он сейчас подкинет гиганта, нет, он не подкидывает гиганта, я просто использую разряд, вот, и поставлю сборщик эликсира. Последует ли молния? Да, молния, конечно же, используется. Ну, давай посмотрим, с какой стороны будет атака. Мне, в принципе, все равно. Мне надо только дефаться. Ставим голема. Так, с какой стороны? Давай, отлично. 45 секунд. Ну, в принципе, ребят, мне кажется, он не успеет выиграть. Потому что только что... Ну, была бы еще молния, окей. А так он молнию... Гигант завышибал. Ну, что-то какой-то не очень, да, игрок, мне кажется. Или что? Или а что он гиганта завышипал? И что он делает вообще? Что происходит? Так, торнадо вообще тоже ни о чем. Вообще тупо ни о чем. Так, здесь тоже мы используем торнадо. Вообще просто все в порох стираем. Но эта колода, да, она так умеет. С ней лучше так не шутить. Так. Ну что? Гиганта за дефом, 9 секунд. Победа! 5500 вернули. Приходите, друзья, пожалуйста, ко мне сегодня на стрим. Я вот вчера планировал основу, и когда у меня что-то идет не по плану, у меня, честно, не очень с настроением, поэтому вчера был стрим такой себе. Одни были поражения, хотя я не исключаю, что сегодня будут победы одни. Поражения тоже будут, но тем не менее уже будет получше у меня настрой, потому что моя основа, блин, я так... Так рад, так рад. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ждите новые выпуски. Спасибо вам всем за поддержку, потому что многие вчера на стриме писали: Холдик, хочешь идти свой аккаунт? Да, у меня тоже хорошая прокачка. Спасибо вам, что вы всегда в такую трудную минуту поддерживаете. От души, ребята, ждите контента. До новых встреч, пока.